В усадьбе семьи Ульяновых в рамках «Ночи искусств» прошла экскурсия по выставочному павильону «Ретро-мототехника». Несмотря на юный возраст, он открылся в августе этого года, музей имеет популярность среди горожан. Многие уникальные модели были приобретены Ленинским мемориалом, а часть переданы в дар коллекционерами города. Коллекция, конечно, собиралась значительно дольше, где-то порядка 6 лет. 6 лет назад появилась такая идея создания музея мототехники. Но следующий этап, конечно, это будет создание автотехники. Здесь представлены модели советского периода. Мотоциклы и мопеды, которые производились в Советском Союзе, а также в странах Варшавского договора. Это Чехословакия и ГДР. Коллекция сегодня насчитывает 17 экспонатов. По словам заведующего музеем, самый ценный экспонат – это самый первый мотоцикл «Ява» 638. Андрей Степанов купил его у одного из байкеров и восстановил. Реставрация заняла 2 года. 2 экспоната появились буквально на днях. Это мотоциклы «Днепр-11» и «Иж-Юпитер-5». С владельцем «Днепр-11», который передал музею на хранение, нам посчастливилось поговорить во время «Ночи искусств». А этот мотоцикл появился чуть случайно, то есть я решил выучиться на категорию А, пообщавшись с знакомыми, им нужно было определенные виды работ сделать, вот, и рассказал им свою мечту, что хочу иметь мотоцикл. Вот, они сказали, у нас стоит мотоцикл. Я говорю, какой? Они говорят, Днепр. Я говорю, ну хорошо, давайте я сделаю вам эти виды работ, вы мне предоставите этот мотоцикл. Ну вот, в общем, так у меня получилось первый мотоцикл. Заведующий музеем рассчитывает на пополнение коллекции. Для полной линейки советской мототехники не хватает несколько мотоциклов, таких как «Минск», «Урал», «Восход», который называли самым деревенским, а также легендарного рижского мопеда «Мини-Мокик». Андрей Степанов рассчитывает на помощь и поддержку коллекционеров. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.